я желаю в новом году слушателям радиостанции «Пинам ФМ» одного, чтобы мы с вами оказались в конце года в стране, в которой хорошо не только работать, но и жить. Вот, а что мы для этого должны будем делать? В общем, я думаю, что будет понятно по ходу пьесы. Я хотела бы, чтобы мы с вами не боялись ответственности, не боялись собственных действий, а доверяли друг другу, любили друг друга, потому что мы лучше, чем иногда хотим казаться. По крайней мере, я в этом абсолютно уверена.